ставит короля инструментов в неожиданном ракурсе, как короля стилей. Вместе с солистом зрители пройдут путь от шедевров барокко и эпохи романтизма до хитов титанов рока Queen, Beatles, Deep Purple, арии, которые прозвучат в неожиданных переложениях. В камерном зале филармонии этим вечером зазвучат рождественские песни, хоралы и баварские польки. Программу «Рождество в Ненецкой Слободе» представит Анна Тончева, коллекционер и профессиональный исполнитель на струнных инструментах эпохи Средневековья, раннего Ренессанса и барокко. Специальный гость программы – легендарный музыкант Марк Пекарский, выдающийся российский исполнитель на ударных инструментах, педагог, музыкально-общественный деятель, композитор и дирижер. А в Большом зале консерватории зазвучат упоительные мелодии Иоганна Штрауса. Государственная академическая симфоническая капелла России и дирижер Дмитрий Крюков представят концертное исполнение оперетты «Летучая мышь». Сегодня этой музыке рукоплещет весь мир, и трудно себе представить, что